Приветствую всех на своем канале. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Сегодня у нас мукбанг. На мукбанг жареная картошечка. Давайте заценим. Только с пылу жара. Хлебушек черный у нас. Фасоль овощная, там с овощами маринованная, и лимонадик тархун. Ну что, начнем? Давненько картошку не жарил. Горячо. Вот этот салатик вообще тема. Я уже снимал ролик. Он недорогой. 100 рублей баночка. Но очень вкусный. Такая смесь, фасоль с овощами. Люблю, когда поджарок много в картошке. Попьем тархунчик. Зелененький. Эти пузырьки в нос попали. Картошка хорошо скатывает. Есть в аджике. Но я пробовал, мне не понравилось. Горелым отдает. Ну, вот с овощами в самый раз. Сегодня на работу такого поросеночка привезли.
такую хрюшечку сладенькую. Я, короче, себе отхватил вот такой кусочек грудинки. Вот такая толстая. Вот. Свежачок. Мясная с прослойкой. Только вот солить не знаю как. Подскажите, ребята, рецептик. Кто как солит? Напишите в комментариях. Ну что, я думаю, погода наладилась. У нас время 20:08. Солнышко светит, еще прекрасно все. Все, я наелся. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.